вам слово. Еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы с вами сегодня разберем очень интересную тему, актуальную на сегодняшний день. Это развитие коммуникативных навыков у детей дошкольного и школьного возраста. Хотелось бы начать свое выступление с небольшого высказывания Франца Вертфален. Коммуникация – это одна из самых сложнейших вещей в мире. Ей учатся и учатся. Нет экстравертов и интровертов. Есть люди, которые умеют общаться или не умеют. Прежде чем перейти именно непосредственно к теме развития коммуникативных навыков у детей дошкольного и младшего школьного возраста, хотелось бы остановиться вообще на определении коммуникации. Что это такое? Коммуникация – это процесс передачи информации от одного человека к другому по разным каналам связи, да, посредством определенной системы знаков. Какая же это может быть система знаков? Она может быть вербальная или невербальная, она может быть межличностная, межнациональная или межкультурная, может быть даже художественная или массовая. Видов коммуникации очень много. Но и коммуникация предполагает обмен информацией между двумя или более субъектами, именно речевыми субъектами. И условий коммуникации бывает несколько. Это может быть прямая коммуникация или непосредственная с активной обратной связью, то есть когда мы имеем обратную связь какую-то, общение непосредственное, да, это может быть диалог, допустим, либо это может быть опосредованная коммуникация. Как правило, это средства массовой информации, это выступление на телевидении. Но и в зависимости от количества участников выделяют такие типы, как монолог, когда у нас много участников, да, от двух до и более, диалог, когда два, и полилог, когда несколько участников, больше двух. Цель коммуникации бывает разная. Ну, давайте с вами посмотрим на непосредственно теперь развитие коммуникативных навыков у дошкольников. Дошкольный возраст – это самый прекрасный возраст для развития коммуникативных навыков, поскольку жизнь ребенка связана с обществом, который играет большую роль в формировании личности. Соответственно, и коммуникацию мы должны развивать у детей непосредственно при общении. И очень большую роль здесь играет то, какая среда окружает ребенка. Конечно же, поведение ребенка зависит от нескольких факторов. Это может быть среда семьи, сверстников, детского сада. И здесь, конечно же, большую роль играет прежде всего семья. Почему я поставила на первое место? Потому что именно в семье ребенок учится правилам поведения, основам коммуникации. А далее он идет в детский сад, копирует сверстников, слушает воспитателя. И, конечно же, здесь тоже играет большую роль поведение взрослого наставника, а также сверстников. Поэтому в какую среду попадает ребенок, будет зависеть и его эффективная коммуникация. Но, конечно же, как бы мы с вами ни говорили о том, что воспитатель должен формировать основные коммуникативные навыки, главную роль играют родители, потому что именно они должны привить ребенку основные правила поведения в обществе, научить выражать правильно свои мысли. Они начинают говорить с ребенком, читают ему книги, обсуждают различные проблемы. И, конечно же, ребенок прежде всего прислушивается к своим родителям. Что же можно определить под термином коммуникативность? Вот в начале вебинара я вам сказала, в целом, что такое коммуникация, да, что это общение между людьми, процесс передачи информации от одного субъекта человека к другому при помощи различных каналов связи.
Что же будет коммуникативность? Коммуникативность — это те навыки межличностных отношений, которые формируются в детстве. И, соответственно, они развиваются и совершенствуются всю жизнь, потому что мы с вами на протяжении всей своей жизни учимся и развиваем свои коммуникативные навыки. И от того, каким будет человек в будущем, конечно же, зависит то, в какой среде он находится, с кем он общается и кто влияет на формирование его языковой картины мира. И, соответственно, это формирование будет влиять и на коммуникацию, на умение общаться с теми людьми, которые будут в его окружении. Что же входит в задачи взрослых? Задача взрослых, ну, прежде всего, наверное, это будут родители, да, затем уже воспитатели. Это научить ребенка понятно выражать свои мысли, ощущения, эмоции, правильно воспринимать получаемую информацию, адекватно воспринимать ее, принимать, умение обмениваться своими мыслями, идеями и переживаниями. Каким образом мы это можем сделать? Ну, на основе беседы, примера собственного поведения, может быть, сопоставления, чтения художественной литературы, либо просмотра какого-нибудь мультипликационного фильма, где можно будет поговорить о поведении, например, какого-то героя. И почему вот умение правильно, понятно выражать свои мысли является важным? Поскольку если мы научим ребенка выражать свои мысли, то, соответственно, мы сделаем из него правильного члена коммуникации, субъекта речевого поведения, который правильно будет выражать свои мысли в различной языковой ситуации. Какие навыки коммуникативности можно выделить? Ну, во-первых, необходимо выработать у ребенка желание общаться. Кстати, наверное, вот эта вот выработка желания общаться на сегодняшний момент является одной из сложнейших, поскольку очень много у нас сейчас, к сожалению, деток поступает с таким заболеванием, как аутизм, да? И вот задача воспитателя, конечно, привить какие-то элементарные навыки общения, коммуникации для того, чтобы ребенок чувствовал себя в обществе. Объяснить правила и показать нормы эффективного взаимодействия с другими людьми. То есть правила поведения в обществе, правила общения. Ну и, конечно же, продемонстрировать это на основе своего примера. Ну а также развивать комплекс практических умений при общении, объяснить детям, с помощью каких основных приемов можно общаться с людьми, какие используют различные речевые ситуации. Ну вот как раз-таки сейчас давайте посмотрим на комплекс практических умений, которые состоят из непосредственного обращения к собеседнику. Но если это детки маленькие, да, дошкольный возраст, то, конечно же, здесь обращение к собеседнику имеется в виду его возраста. Либо обращение к собеседнику старше по возрасту. Это может быть воспитатель, это могут быть родители, это может быть какой-то посторонний человек, например, продавец в магазине. Это может быть тактичное привлечение внимания к себе с помощью определенных слов-маркеров, таких как «извините, пожалуйста», да, «не могли бы вы мне помочь». Далее аргументация выдаваемой информации. То есть здесь необходимо научить пояснять, говорить о том, для чего нужна ему определенная информация, с какой целью он спрашивает и выстраивает акт коммуникации. Принятие позиции собеседника. То есть не категоричное отрицание, например, позиции, да,
принятие и, может быть, высказывание собственного мнения по поставленному вопросу. Ну, в детском саду бывают разные ситуации, когда дети, например, не поделили игрушки, или когда один хочет, допустим, играть в одну игру, другой в другую, и вот эти вот элементарные маленькие конфликты, так называемые, да, могут перерасти в большую ссору. И здесь как раз-таки необходимо найти какой-то компромисс и научить именно коммуникации, правильному общению, правильному принятию чужой точки зрения, ну и, конечно же, умение выслушивать и сопереживать собеседнику. Вот это тоже очень важный момент, поскольку дети именно в дошкольном возрасте начинают перебивать, не умеют слушать, начинают говорить свою точку зрения, не выслушав чужую. Да, но это очень часто можно наблюдать даже вот, когда родители приводят ребенка в детский сад, ребенок начинает спорить или что-то просить у родителей, каким-то образом шантажировать. И здесь вот правильно, конечно, позицию нужно занять родителям и воспитателям, грамотно показать, что можно делать, что нельзя, как нужно общаться. Конечно же, если мы с вами вместе будем с разных сторон правильно выстраивать коммуникативные акты, то и ребенок научится в этой среде общаться правильно, в соответствии с нормами и правилами поведения, которые закладывает общество. Давайте мы с вами посмотрим на особенности формирования навыков коммуникации у дошкольников. Если мы возьмем этап от рождения до 2 лет, то в данный момент мы можем определить, что ребенок контактирует с ограниченным кругом лиц. Почему ограниченным? Потому что он еще маленький, и рядом с ним, как правило, самые близкие люди – это его родители, это бабушки и дедушки. И с этими людьми начинается коммуникация, и это может быть и невербальная коммуникация с помощью улыбок, жестов, кивания головы, да, может быть, с помощью небольших речевых каких-то определенных сюжетных игр с игрушками, например, либо с помощью небольших книг, либо с родителями, конечно же. Поэтому вот здесь очень важно правильно выбрать позицию родителю и построить первые коммуникативные шаги ребенку верно. А далее, следующий этап можно выделить, это этап от 2 до 4 лет, когда ребенок уже поступает в детский сад, и он попадает в общество, он попадает в некую среду, где он должен правильно себя вести, где он должен контактировать с такими же, как и он, сверстниками, где появляется новый круг лиц, помимо сверстников, еще и взрослые люди. И вот здесь, конечно, очень важно взрослым направить ребенка в нужное русло. Во-первых, здесь, конечно, играют роль эмоции, да, эмоционально-практическая связь со сверстниками, где они играют, разговаривают, вместе постигают что-то новое. И от воспитателя очень зависит именно та коммуникативная база, которая заложится правильно ребенку, да, и поможет в дальнейшем выстраивать коммуникацию. Следующий этап тоже очень важный, это предшкольный, 4-6 лет, когда, как правило, ребенок начинает взаимодействовать со взрослыми, сверстниками, начинает познавать сам свой мир, может определять свое поведение, понимает, что можно и что нельзя, но в данном этапе мы можем сказать, что все это воспринимается в игровой форме. Ну и хотелось бы еще отметить, что помимо тех же
групп лиц, которые у него были до этого. Сюда добавляется еще и школа. Ребенок ходит на подготовку в школу, появляется новая среда общения, появляются новые дети, с которыми он контактирует, а также взрослые, которые пытаются его чему-то научить. И вот здесь очень важно, конечно, опять же, от взрослых правильно сформулировать коммуникативные нормы и научить своим примером, как себя вести и как выстраивать коммуникативный акт. Следующее, это у нас уже этап поступления в школу, да, 7 лет. А здесь, конечно, начинают уже формироваться предпочтения у ребенка в коммуникации. То есть он определяет круг лиц, с которыми ему хочется общаться, с которыми ему комфортно. И он сам уже готов оценить ситуацию и выбрать нужных людей, которые ему в дальнейшем помогут, будут его друзьями, возможно, либо те взрослые люди, к которым он будет прислушиваться. То есть вот здесь уже подходит он избирательно. Даже вот можно определить по детскому саду, когда дети выпускаются, да, последний год нахождения в детском саду, у детей уже формируются свои небольшие компании, да, по интересам. И они же выбирают и эти компании сами, и они определяют, с кем ему приятно общаться, а с кем нет. И, конечно же, здесь задача взрослой в дошкольном возрасте именно состоит в следующих моментах. Во-первых, это культивирование в ребенке норм и правил коммуникации в обществе. То есть мы должны привить ребенку правила коммуникации в обществе, как себя вести, как выстраивать диалог, для чего нужно общаться, как мы можем встретить человека, как обратиться к взрослому человеку правильно, как обратиться к сверстнику, от чего это зависит, как обращаться с чужим человеком, как воспринимать его информацию. Следующая задача – это развивать желание общаться с окружающими. То есть ребенок, в принципе, должен научиться общаться с людьми, которых он знает и которых он не знает, поскольку в школе в дальнейшем у него будут разные учителя и, естественно, будут разные виды коммуникации с различными направлениями, да, если мы возьмем, например, какие-то детские образовательные учреждения помимо школы, то он будет находиться в разных коммуникативных ситуациях. И вот от его умения и желания общаться с окружающими будет зависеть как раз-таки успех коммуникации. А также мы должны научить ребенка говорить правильно, слушать и воспринимать собеседника. На одном из вебинаров мы с вами разбирали развитие речемыслительных умений и навыков детей дошкольного и младшего школьного возраста, можете посмотреть. И вот там мы говорили о том, что очень важно научить ребенка правильно говорить, излагать свои мысли и именно адекватно, правильно воспринимать собеседника, выслушивать его точку зрения и, может быть, согласиться или не согласиться, и высказать свою, принять его таким, какой он есть. Ну и следующая задача – это подведение к сознанию того, что любой конфликт можно решить вербально, словесно, поскольку вот здесь тоже очень важно, особенно среди мальчиков, которые любые вопросы могут решать с помощью рук, важно очень объяснить детям, что можно договориться, можно найти какой-то компромисс словами. И
не потеряв при этом самообладание, да, поскольку здесь, конечно, большая роль лежит на взрослых. Если же, конечно, в семье родители не будут обладать самообладанием, и постоянные конфликты, их ссоры и рукоприкладство, конечно же, скажется на ребенке. Он будет точно так же себя вести и в обществе. Поэтому здесь, конечно, нужно проводить беседы с родителями. Мы говорим всегда о том, что формирование коммуникативных навыков еще и зависит от вида темперамента, поскольку от того, какой темперамент у ребенка, такое будет его и поведение. Давайте с вами посмотрим, как влияют разные типы темпераментов на развитие навыков коммуникации. Во-первых, сангвиники. Сангвиники, они общаются свободно, просто и легко сходятся с людьми. Они очень быстро выстраивают акт коммуникации, и при этом они не испытывают никаких трудностей. Холерики, они очень эмоциональные и вспыльчивые. И вот здесь как раз-таки им нужно и объяснить, что нужно научиться себя сдерживать, научиться принимать собеседника, и нужно уметь как-то овладать своими эмоциями и уметь правильно выстроить акт коммуникации, учитывая свой такой сложный характер. Но плюс холерикам в том, что они, конечно, могут вспылить, но быстро отходят. Поэтому здесь, конечно, педагоги должны знать характер детей, чтобы уметь правильно выстроить вот именно умение коммуникации, да, умение общаться. Флегматики. Флегматики, они очень сложно сходятся с посторонними людьми, поскольку они привыкают к одному определенному кругу лиц, с которыми они общаются, ну и не хотят заводить посторонние контакты с другими. Им сложно вообще вступать в контакт с чужими людьми. Поэтому вот, когда контакт этот уже происходит, то в дальнейшем они уже начинают общаться так, как бы они общались с теми людьми, которых они уже давно знают. Но вот эти вот первые шаги, конечно, здесь их нужно направить правильно, научить воспринимать людей и общаться с незнакомыми людьми тоже в соответствии с их характером. Но если флегматик с флегматиком столкнутся, то, конечно же, им будет сложно выстроить коммуникативный акт, поскольку они оба будут сложно сходиться друг с другом, если только третий какой-то посторонний не поможет им в этом. Но меланхолики. Меланхолики сами по себе, они замкнутые, не уверены в себе, обидчивые, и поэтому им будет тоже сложно выстраивать коммуникацию, поскольку они будут бояться себя, бояться сказать что-то лишнее, поскольку эта неуверенность в себе будет отражаться на тех людей, с которыми они будут общаться. Поэтому здесь задача воспитателя и педагога в том, чтобы распознать характеры детей и дать им какие-то определенные рекомендации. Но здесь больше всего, конечно, психолог, педагог-психолог играет важную роль, да? То есть меланхоликам дать одни рекомендации, флегматикам другие, холерикам третьи. Но больше всего, конечно, здесь везет сангвиникам, которые могут легко общаться с людьми, и для них не будет никаких препятствий для коммуникации с чужими людьми. Ну а с остальными придется поработать, конечно же. Что дальше можно сказать по поводу развития коммуникативных навыков? Начнем с семьи. Прежде всего, конечно же, родители, бабушки и дедушки должны уделять ребенку большое внимание, именно общаться с ребенком,
учитывая его интересы, подчеркивать важность общения с ними. Наверное, вы знаете о том, что, ну, воспитатели об этом, конечно же, знают. Дети, которые приходят ежедневно в детский сад, они всегда рассказывают о том, чем они занимались дома. И если родители уделяют ребенку внимание, общаются с ним после детского сада, выходные куда-то с ним идут гулять, проводят время вместе, то ребенок этим делится. Причем он в этом коммуникативном акте при общении с родителями он учится, как раз-таки перенимает от них те нормы поведения, которые необходимы ему будут в дальнейшем при общении. Ну а если же родители не уделяют внимания ребенку, не учитывают его интересы, не спрашивают, как он провел сегодня день, что у него получилось, что не получилось, какое у него настроение, то ребенок будет замкнутым, и с ним будет очень сложно выстраивать коммуникативный акт, поскольку у него будет определенный барьер, поскольку он психологический барьер при общении, и здесь, конечно, уже должны помочь ему психологи, ну и воспитатели, которые смогут, ну, по крайней мере, будут способствовать тому, чтобы ребенок рос и воспитывался, не боясь общаться с другими людьми, поскольку когда дети приходят в школу, то проблема взрослых начинает появляться в том плане, что ребенок не умеет общаться, он замкнутый, он закрытый, он боится. Конечно, здесь большую роль играет семья. И поэтому нужно проводить беседы с родителями, нужно научить их правильно общаться с детьми, уделять детям большое внимание. Давайте мы с вами рассмотрим методы развития коммуникативных навыков. Во-первых, самым главным навыком, который формируется с рождения, наверное, да, самый главный вид деятельности ребенка в дошкольном возрасте – это игра. Через игру мы можем с вами направить ребенка в нужное русло, мы можем развить различные компетенции, которые нам необходимы. Это могут быть самые разного вида игры, как ролевые, так и дидактические. Какие методы можно использовать? Метод разъяснения, метод наглядности, метод выполнения поручений, метод наблюдения, наблюдение, например, за старшим. Ну, допустим, давайте посмотрим игры на развитие коммуникативных навыков. Вот первая игра, которую я предлагаю, игра называется «Поезд». Взрослые, ну, как правило, это либо воспитатель, либо это может быть родитель, играет роль паровозика. И он говорит: я веселый паровозик, меня зовут, например, Мария, и обращается к ребенку, спрашивает: вагончик, а тебя как зовут? Ребенок называет свое имя, паровоз предлагает ему ехать дальше, издает звуки определенные паровозы, подъезжает к другому малышу, спрашивают, как его зовут. Ребенок говорит свое имя, и они двигаются дальше. Вот такая игра, она будет, конечно же, развивать коммуникативные навыки. Она очень интересная, и когда вы встречаетесь, например, с новыми детьми, это может быть детский лагерь, это может быть школьный лагерь, это может быть новая группа в детском саду, или, может быть, это соседние группы, которые выходят на улицу, детский сад, мы можем поиграть в такие игры. Эта игра очень нравится детям, она очень веселая, интересная, можно сопровождать ее различной музыкой. Ну и наша с вами цель – развитие коммуникативных навыков, и эту цель мы с вами достигнем. Следующая игра – «Рассмеши, не смея», но тоже очень интересная и нравится детям. Взрослый делает серьезное лицо, а ребенку предлагается без слов, мимикой, жестами, позами заставить несмеяно улыбнуться. Но он может делать все, что угодно, кривляться перед ним, ну и взрослый должен рассмеяться. Если взрослый рассмеялся, то меняется ролями.
И здесь важная роль, конечно, играет взрослого. После игры нужно показать и объяснить, провести рефлексию и сказать, что общение может быть еще и невербальным, бессловесным, что с помощью мимики, жестов, различных поз мы можем тоже построить определенный акт коммуникации, мы можем общаться. И даже тут можно привести, например, такие примеры, как дорожные знаки. Вот мы видим светофор. Это определенная невербальная коммуникация. Мы знаем, на какой свет надо переходить дорогу. Мы видим пешеходный переход. Мы тоже знаем, что именно там нужно переходить дорогу. Это все невербалика. И вот здесь, конечно, ребенок важно показать, что с помощью таких небольших невербальных средств коммуникации мы тоже можем общаться. Но в дальнейшем мы можем играть и с другими детьми, точно так же в группе. Это очень весело и, конечно, развивает коммуникативные навыки. Потом дети будут это проецировать и в школе. Следующая игра – комплименты. Здесь нужно, конечно, играть в группе. Минимум 3 человека должно быть. Выбирается определенный человек, который садится в центр, и ребята ему делают комплименты. Приятные слова, не повторяясь. При этом нужно смотреть в глаза и в ответ благодарить. Либо это можно играть по кругу в эту игру. То есть две пары друг другу говорят комплименты, потом передается это по цепочке другим. А здесь тоже можно показать, что с помощью эмоционального контакта, с помощью улыбок, приятных слов мы можем развивать взаимовежливость. Мы научимся быть мудрыми, вежливыми. Мы научимся определенным правилам этикета. Следующая игра «Королевство зеркал» называется. Эта игра научит детей разбираться в эмоциях и выражать жестами и мимикой. Но опять же, ведущий – это взрослый. Ведущий показывает, как он радуется с помощью мимики. Дети повторяют и называют эту эмоцию. Эмоции радости, да? Смайл. Тут тоже можно, кстати, использовать. Ну а дальше предлагаются различные варианты изображения радости. Как можно еще показать свою радость? С помощью чего? Каких жестов, мимики или позы, может быть, да? А потом можно обменяться ролями, показать другую какую-то игру, какую-то другую эмоцию, например, эмоцию восторга, эмоцию грусти. И здесь мы тоже будем разбираться в эмоциях, чтобы ребенок понимал, какое настроение у собеседника по его лицу, мог определить или по его позе, можно ли сейчас с ним говорить, задавать какие-то определенные вопросы или же нет. Следующая игра. Эта игра называется «Цветик-семицветик». Она научит детей понимать другого человека. Она научит ему говорить определенные какие-то приятные слова. Ну и желание сформирует сделать для этого человека что-то полезное, что-то интересное, может быть. Отрывая лепесток, ребенок загадывает какое-то желание, ну, например, подпрыгнуть. И это желание должен выполнить следующий игрок. Этот игрок подпрыгивает, дальше выдергивает снова лепесток, загадывает следующее желание и выполняет следующий игрок. Ну и таким образом можно вовлечь всю группу и показать, что можно сделать что-то приятное для человека просто так, чтобы он порадовался, чтобы он восхитился этим. Вот эти вот небольшие такие игры, они, конечно, очень важны, потому что играют очень большую роль при развитии коммуникативных навыков. Следующая игра – мышеловка. Она помогает понять, как можно найти выход из затруднительного положения. Очень интересно тоже, опять же, можно проводить в группе, дети становятся в круг, цепляются крепко руками, ну и телами, они близко друг к другу встают.
А в середине у нас, в середине круга есть мышка, определенный ребенок, который хочет найти, выбраться из этого круга, он ищет лазейку. Либо дети его выпускают, либо он должен уговорить, то есть построить так коммуникативный акт, чтобы его отпустили. Какие слова при этом он будет использовать, мы не знаем. А вот это тоже очень важно, когда ну, ребенок может уговорить, да, собеседника сделать так, как хочет он. Но тут можно поиграть, конечно, очень весело в такую игру, детям это нравится. Какие можно использовать теперь упражнения, которые будут развивать коммуникативные навыки? Первое упражнение – это картинка. Ребенку предлагают выбрать картинку, например, с грустным мальчиком. И объяснить, это Андрей, он потерял машинку, ему грустно, как ему можно помочь? И ребенок должен найти выход из этой ситуации. Он говорит, как мы можем помочь Андрею. Он потерял машинку, значит, мы ему должны помочь ее найти, да, чтобы Андрей стал веселым. Либо можно еще предложить ребенку распределить эти картинки на положительные и отрицательные. Где положительные эмоции, где дети радуются, и где отрицательные, где грустят. Ну а старшим дошкольникам можно предложить составить рассказ по картинке. Это же самое задание можно использовать и в начальных классах. Кстати, это тоже будет очень полезно, поскольку будут развивать коммуникативные навыки. Следующее. Здесь мы можем с вами использовать игру-картинку в следующем моменте. И прочесть сказку и разложить картинки в правильной последовательности, которые они были в сказке. То есть различные ситуации. Затем объяснить действия героев, обсудить их, кто повел себя правильно, кто неправильно, как бы ребенок повел себя в этой ситуации. Ну и можно еще разыграть ситуацию в картинке, поставить небольшую инсценировку этой сказки. Ну, здесь ее, конечно, если разложить картинки, можно использовать для младших дошкольников. Старшим дошкольникам можно уже и разыграть ситуацию по картинке, да, может быть, как-то переиграть ее даже. Дальше. Как развивать коммуникативные навыки в повседневной жизни, в обычной жизни? Ну, во-первых, это, мы с вами уже говорили, психологический комфорт. Это благоприятная семейная атмосфера, которая будет складываться дома. Конечно же, она будет влиять на формирование коммуникативных навыков у ребенка. Далее возможность общаться и самоутверждаться в коллективе. Поддержка при организации совместной деятельности. Ну, здесь понятно, что если у ребенка, например, не получается, или он скован, или он, например, зажат, то тогда нужно взрослым поддержать его, помочь ему первый раз. Подсказать какие-то различные пути решения данной проблемы. А далее научить понимать и принимать чувства и эмоции окружающих. Научить реагировать на сообщения окружающих правильно. Ну и дальше давайте посмотрим советы, какие мы можем дать для родителей. Во-первых, регулярно общаться с детьми. Во-вторых, необходимо постоянно находить интересные темы для разговора, предлагать, отвечать на вопросы, размышлять, рассуждать о поведении детей, выбирать понятные ребенку идеи и сюжеты для общения. А при общении можно вводить новые слова, объясняя их значение. Интересоваться жизнью ребенка – это очень важно. Поощрять желание рассказывать подробно, обсуждать спорные ситуации, совместно обсуждать какие-то книги, которые вы вместе прочитали, задавать определенные вопросы, предлагать детям повторять движения любимых персонажей, которые выражают различные эмоции. Научить сдерживать негативные эмоции, вмешиваться в детские конфликты в самых крайних случаях, потому что ребенок все-таки должен сам научиться регулировать свои конфликты и сам должен научиться выходить из них. Научиться правильно пользоваться гаджетами, поскольку общение сейчас в виртуальном пространстве играет важную роль при коммуникации, дети уже общаются. Мы с вами рассмотрели развитие коммуникативных навыков дошкольников, теперь переходим к школьникам.
У нас есть федеральный государственный образовательный стандарт, который ориентирует на результаты образования, и важным из которых является коммуникативное умение. Это самое первое, что прописано вовну ГОСТ, что учитель должен сформировать прежде всего коммуникативные умения. Как же формировать коммуникативные умения в школе? Ну, во-первых, это вербальные умения, это научить слушать, слышать, умение корректно задавать вопросы, правильно, умение давать ответы, допускать различные точки зрения, а также использовать групповые и парные формы работы. А также невербальное коммуникативное умение – это по выражениям лица, позы, контактов глаз, интонации или прикосновений. В школе можно выделить следующие типы общения. Принципы – это обмен информацией, это взаимное восприятие, это понимание собеседника, ну и сопереживание. А что же составляет эффективное общение в школе? Во-первых, это мотивация. То есть развитие мотивации ребенка. Я хочу общаться, я буду общаться. Я хочу знакомиться с новыми людьми. Когнитивное – это умение общаться. То есть я знаю, как общаться. Я знаю, как задавать вопросы. Ну и поведенческое. Я умею общаться и умею себя вести в момент общения. А вот давайте посмотрим каждую из этих функций. Первое, я хочу общаться, да? Это желание вступать в контакт с окружающими людьми. Следующее определяет степень представления детей о нормах, правилах эффективного общения, которые, конечно же, формируются при взаимодействии с взрослыми детьми. Ну и следующее – это умение общаться. Это умение адресовать сообщения и привлечь собеседника, а также доброжелательность, аргументированность своей позиции, умение слушать и сопереживать, помогать собеседнику в решении каких-то определенных конфликтов. Степень сформированности коммуникативной компетенции у детей школьного возраста влияет, конечно же, на результаты обучения детей в школе, а также на его становление как личности, поскольку эти моменты, конечно же, очень важны. Мы с вами уже говорили о том, что самый первый вид деятельности, который можно применить при развитии коммуникации в детском саду, это игра. Но и младший школьный возраст – это тоже игра. И, конечно же, здесь будет формироваться опыт коммуникативных отношений со взрослыми и со сверстниками, поскольку младший школьный возраст – это тоже те же самые дети. Следующее – это речь. Речь – это способ познания действительности, который будет выполнять функцию общения, эмоционального выражения, но и насколько богат словарный запас у ребенка, будет зависеть и те понятия, представления, и те речевые обороты, которыми будет пользоваться от условий общения. И, конечно же, успешное общение – успешная коммуникация и складывается из умения говорить, из умения употреблять нужные слова, и из этого выстраивается совместный коммуникативный акт. Как развивать коммуникативные универсальные учебные действия? Через что? В школе. Ну, во-первых, это внеклассные мероприятия. Это различного рода уроки. Это внеурочная деятельность. Это может быть осуществление учебного сотрудничества, постановка вопросов, владение диалогической и монологической речью. Но мы с вами уже говорили про игровые технологии, можно использовать, да, можно использовать еще и метод проектов, который сейчас очень востребован и актуален в школе, поскольку вы знаете, что проектами уже занимаются дети с начальной школы и вплоть до 11 класса. Какие можно использовать подходы и методы при формировании коммуникативных навыков у детей? Во-первых, это личностно-ориентированный подход, который учитывает индивидуальные возрастные особенности ребенка, опору на положительные качества личности и подкрепление индивидуальных успехов. Ну и деятельностный подход – это метод личного примера, метод убеждения,
метод проектов и метод эмоционального воздействия. Приемы работы можно выделить такие, как организаторские, игры, коллективные творческие дела, общешкольные мероприятия, работа с родителями, но и индивидуальная работа с ребенком. Давайте рассмотрим этапы развития коммуникации у школьников. Первый этап – это формирование готовности учащихся участвовать в урочном общении. Умение давать полные ответы на вопросы, комментировать их, делать сообщения, строить логичное высказывание. Кстати, вот этот этап можно формировать ведь не только на уроках русского языка и литературы. Этот этап можно формировать на всех уроках, которые будут проходить в школе. Поскольку это будет и окружающий мир, это может быть и физкультура, это может быть и, например, ИЗО, поскольку везде ребенок отвечает на определенные вопросы. И задача учителя, конечно же, здесь научить правильно отвечать полным ответом на поставленный вопрос, умение аргументировать свою позицию, доказывать свою точку зрения. Второй этап – это умение четко и просто излагать свои мысли, используя различные средства языка. То есть ребенок должен научиться вступать в контакт с собеседником и удерживать его внимание. Следующее – это умение коммуникативного сотрудничества, то есть умение вести диалог, работать в группе, работать в паре, участвовать в различных конкурсах, турнирах. Здесь это можно, конечно же, использовать на внеклассных мероприятиях, например, поделить на микрогруппы или когда вы выполняете какую-то определенную проектную работу. Уровни коммуникативной компетенции можно выделить следующие. Первое – это языковая компетенция. Это знание о языке по его уровню. Вы знаете, что у нас язык состоит из нескольких уровней. Это фонетический, лексический, морфемный, морфологический, синтаксический, ну и стилистический. И речевая компетенция – это знание о способах формирования и формулировки определенных мыслей. А следующая компетенция – дискурсивная. Это знание об особенностях протекания речевого события и умение управлять этим речевым событием и направлять его в нужные ситуации, исходя из цели общения. Но и культурологическая компетенция – это осознание языка как формы выражения национальной культуры, знание о взаимосвязи языка и культуры, владение нормами речевого этикета. Риторическая компетенция – это знание о риторических моделях создания текстов, способность их создавать, произносить, ну и, конечно же, комментировать. Важную роль при этом играют занятия в кружках, которые ориентируют учащихся на бесконфликтное общение, которые стимулируют интерес к учащихся к коммуникативной деятельности и вовлекают в процесс общения. Например, здесь можно провести такое занятие, как «Я человек». Кто такой человек, можно рассказать. Человек в прошлом, что умеет человек, как ты выглядишь, твой имидж, твои мысли, наши поступки, твой характер, что значит быть хорошим человеком. А вот я знаю, что, например, в городских школах очень часто организуют такие небольшие секции по общению с детьми, да, например, межличностное общение. И вот там разбираются такие постулаты важные, которые они должны знать. И вот они разбирают в микрогруппах такие вот понятия, которые мы с вами сейчас продемонстрировали. Следующую группу, которую можно рассмотреть на таких занятиях, «Я и мы». Здесь можно провести такие занятия, как «Человекообщение», «Общение без слов», «Речевой этикет», «Глаза зеркала души», «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто твой ты», или «Давайте говорить друг другу комплименты». Какие можно использовать упражнения? Ну, во-первых, например, самое легкое, что часто используем, это объяснить пословицу. Например, пословица о дружбе, о поведении человека, о каких-то нравственных, моральных качествах человека. Ребенок должен объяснить эту пословицу, значение ее. Можно даже, кстати, предложить написать мини-сочинение, если это старшие уже детки. Состоять рассказ по опорным словам определенный, либо
выслушать рассказ собеседника, не перебивая, а поддерживать мимикой и жестами. Далее, поскольку мы говорим с вами про коммуникативную компетенцию, то здесь следует сказать еще и о видах речевой деятельности, которые мы используем при формировании. Выделяют 4 вида речевой деятельности – это говорение, чтение, письмо и слушание. Говорение состоит из отправления звуковых сигналов, которые несут определенную информацию. Слушание состоит из восприятия этих сигналов и понимания их. Ну и письмо – это использование определенных символов для передачи какого-то сообщения. Чтение – это восприятие тех символов, которые мы получили во время письма, и понимание, интерпретация этого. Хочется сказать о том, что при формировании коммуникативной компетенции, конечно же, большую роль играет речь, язык, да, поскольку это важнейшее средство человеческого общения. И поэтому, как правильно мы с вами будем развивать речевую компетенцию, какими средствами пользоваться, какие различные приемы и методы, будет зависеть, конечно, успех нашей коммуникации и формирование полноценной личности, которая будет полноправно общаться, выстраивая правильную коммуникацию с окружающими людьми, ну и в целом с социумом, да. Поэтому развитие коммуникативных навыков, конечно же, играет большую роль, поскольку мы не только обучаем детей общаться, но и мы формируем личность, формируем будущего гражданина своей страны. Поэтому от нас с вами зависит очень многое. Спасибо всем за работу. На этом мое выступление завершено. Если есть вопросы, можете задавать. Так, вопрос вот я услышала. Нет. Вопросов, по-моему, нет. Да, если вам нужно скачать презентацию, то вы можете воспользоваться, конечно, этим. Все, спасибо. Всем была рада вас слышать. Спасибо за отзывы, очень приятно.